Я в 2021 году в летний период посетил село Копчак и в многих детских садах был и видел визуально, как работает, как живет, как оснащены детские сады. И поэтому, будучи в Волконештах, я решил об этом рассказать нашим представителям детских садов. И сейчас для меня было очень важно, в то время, когда формируется бюджет, в то время, когда есть определенные цифры, которые не исполнены по бюджету на 2021 год исполнительным комитетом Гагаузии. И очень часто мне становится неприятно, когда исполнительный комитет Гагаузии старается примаров унизить или же институт примарства подвергает какой-то большой критике. Вот для меня было это очень важно, чтобы мы приехали, увидели, как оснащены детские сады, и снять все вопросы. Есть очень хорошая такая пословица: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот из этого принципа я сегодня сформировал такую команду из работников детских садов, повторюсь, работников, не заведующие, и представители родительского комитета. Для того, чтобы они смогли потом среди родителей поделиться, среди коллектива в детском саду выразить свои мысли, которые они сегодня увидели в селе Копчак. Скажу следующее, что все подведомственные учреждения всех примарий обычно имеют определенные проблемы. Также и детские сады. Вот, например, в 2021 году все волконежские детские сады недополучили из центрального бюджета 734 тысячи лей. Я еще раз подчеркиваю сумму: 734 тысячи лей. Детские сады Копчака недополучили более 1 000 000 лей. Это несправедливо, это неправильно. Если действовать по принципу «свой-чужой», то мы до этого можем докатиться до того, что очень будет большая социальная несправедливость по отношению к людям и по отношению к детям. Мы четко должны понимать, что если сумма финансов, которая утверждена на республиканском уровне, должна быть перечислена во все подведомственные учреждения, то она должна быть исполнена всеми органами власти в обязательном порядке. Если есть такой детский сад, которому не хватает финансовых средств, исполнительный комитет Гагаузии должен изыскать эти финансовые средства, потому что сборщиками всех налогов являются примары, примарии. Мы собираем финансовые средства, передаем их в централизованный бюджет Гагаузии, и в конечном итоге мы потом ходим с протянутой рукой: верните, пожалуйста, наши деньги. Так не должно быть. Я считаю, что вот этот принцип несправедливости должен быть искоренен. И, к большому сожалению, в настоящее время есть уже и определенные политические проблемы по формированию Народного собрания Гагаузии. И это также тормозит процесс утверждение бюджета, и больше всего мы опасаемся в том, что на бюджет следующего 2022 года могут быть заложены опять такие цифры, которые будут разниться с теми потребностями, которые есть в наших детских учреждениях.